Несколько минут, и проезжая часть становится безопаснее. Полосы движения четко разграничены, знак «Пешеходный переход» дублирует «Зебра». Разметку на Пугачевском тракте нанесли практически сразу после ремонта дороги, которого здесь не было несколько десятков лет. Был отремонтирован участок проезжей части общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Для этого использовали асфальт на граните. Он уже успел зарекомендовать себя как надежное покрытие. Разметка также выполнена с использованием новейших технологий. Разметка наносится термопластиком с добавлением стеклянных стеклошариков для улучшения светоотдачи в ночное время суток. Термопластик, естественно, у него более долгий срок эксплуатации. В рамках заключенного контракта с использованием термопластика на самарских улицах нанесено более 30 тысяч квадратных метров дорожной разметки. В бюджете Самары на обеспечение безопасности дорожного движения на 2015 год предусмотрено порядка 77 миллионов рублей. Большая часть средств на разметку. Для комфортного движения транспорта работы ведутся исключительно в ночное время. Автолюбители долгожданное обновление радует. По их словам, состояние дорог в Куйбышевском районе и в целом по городу улучшается. Начали делать, это видно, молодцы. Взялись за дороги, конкретно взялись. Хорошая дорога, ровная, нигде не трясет, очень приятно, комфортно. Особенно ночью, когда все, подсветка работает на дороге. Ясно видна разделительная полоса. Хорошо. Благодаря тому, что дорожные работы в 2015 году начались по Самаре значительно раньше, многие проекты уже находятся на завершающей стадии. Соблюдение графиков на постоянном контроле руководства города. В целом, за счет средств областного и городского бюджетов до конца года восстановят улицы в разных районах Самары, в том числе Ульяновскую, Рабочую, Земица, Шестаковича, Мариса Тереза, Антонова, Овсеенко. Работы также затронут более 140 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Вместе с проезжей частью приводят в порядок прилегающие территории – тротуары, бордюры, газоны. Валерия Макарова, Павел Баймаков, Максим Гусев. События.